Олімпійській гімнастиці. За три роки, з 1994 по 96, вона перемогла на чемпіонаті свого континенту, першості світу і Олімпійських іграх. Сьогодні вона – молода легенда і досвідчений будівельник свого життя. Знаете, человеческие возможности безграничны. Открывается какое-то второе дыхание. Вот, поэтому я думаю, что если как бы, с головой с умом подойти, то в принципе можно все успеть, достаточно максимально и эффективно отработать. Есть белая и черная полоса, поэтому что-то, конечно, выбивает нас из колеи, но тем не менее жизнь продолжается, жизнь идет вперед. Я думаю, что мы хорошо переживем этот день и получим максимум удовольствия. Наши гимнасты завоевали для советской команды 23 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Американская команда осталась далеко позади. В нашей колишній великій країні гімнастика була жіночим спортивним культом і культом раціональним. З Олімпійських ігор одна гімнастка могла привезти більше золота, ніж кілька ігрових команд. Окремо у вправах на колоді, окремо на попереченні, окремо в командній, окремо в абсолютній першостях тощо. Згадайте Ларису Латиніну. Вона й досі абсолютна рекордсменка за кількістю медалей. Лише золотих у неї 9 із загальних 18. Олімпіада – це радянська вітрина, яку дивиться зачарована іншомовна публіка, без шансів дізнатися про те, що там коїться всередині, на задньому дворі та під прилавком. У нас на учебно-тренировочному зборі присутствовало три состава. Три. По 12 чоловік. Вдумайтесь, яке кількість народу у нас тренувалося на базі. В дві зміни. І традиція у нас завжди була. В Минске за два месяца до Олимпийских игр на помосте, представьте себе, два месяца на помосте, сколько денег стоило для государства во дворце спорта, чтобы мы чувствовали те условия уже соревновательные, делалось все. Делались там свет, наводили на нас, камеры специально наводили, щелкали, когда мы выполняли упражнения. Ну, подготовка шла, ну, до безумия прекрасная. Ну, старались нас готовить ко всему. Що може щось произойти, що зараз цього немає. Наша гімнастика, вона і радянська, вже у збірній СРСР у фаворитах ходили українки. Наша гімнастика, вона наша і за часів незалежності. Латиніна навіть із усіма своїми регаліями все одно пункт у видатному переліку. А пригадати хоча б першу нашу чемпіонку Олімпіади у Гельсінки 1952-го Ніну Бочарову. Її виступ на фінській Олімпіаді був революційним. Хоча зараз, дивлячись на Нініні вправи, це віриться важко. Гімнастика крокувала вперед швидко, ускладнюючи елементи і набираючи темп. Програми «Україна» Ольги Стражової та особливо Стели Захарової на московських іграх 28 років по тому були б недосяжні за виконанням для чемпіонок минулого. Хоча підкорилися їхнім ученицям. Розвиток передбачає навчання на прикладах. Українські спортивні гімнастки – ті радянській збірні зібрали ювілейну колекцію 50 медалей, із них 26 золотих. Ніколаєва, Астахова, Гуцул. Перелік позірний і зовсім неповний. І тут Лілія Подкопаєва, перша і досі єдина чемпіонка саме незалежної держави. То про яку спадковість поколінь говорити? Радянська школа відпрацювала на результат. Молода суверена Україна скористалася здобутим. Раціонально. Имя на слуху Лиля Подкопаева на виду, но я хочу сказать, что в жизни спортсмена должен быть обязательно человек, ну, назовем его менеджер, да, который будет проталкивать твои интересы, находить какой-то повод, чтобы о человеке не забыли, чтобы о человеке говорили. И у меня Тимофей, он и менеджер, он и будущий человек, мой муж, и, в общем, друг мой, и отец мой, и брат. То есть в этом человеке я нашла все. Многие спортсмены считают, что им должны на блюдечке приносить
Это должно быть так, но, к сожалению, в нашей стране это не так. А вы попробуйте сами сделать там, такое же или лучше, и тогда мы посмотрим, тогда вы поймете, насколько это сложно. И, как известно, под лежачий камень вода не течет, поэтому нужно идти, стучаться, и вам откроют, и общаться. Людство у створенні собі ідолів піддається на провокації та іме віри стереотипам. Суспільству навіть зручніше жити за створеними стандартами. Занедбане дитинство у всіх професійних спортовців, роздягальні, спортивні зали та нескінченні тренування. Я настільки щаслива своїм дитинством. Ну що, як звичайний ребенок, я би побігала там, по дворам, поіграла б якісь прятки, ігри. Ні, у мене намного все було інтересніше, красивіше, увлекательніше. 8 лет, там, в 9, начинаешь зарабатывать свои деньги. Ты можешь сделать подарок своей семье, своим близким, друзьям. А ты, когда девочки не знают, что такое, даже поехать там из Донецка выехать в Киев, ты уже колесишь по всему миру. Сколько років ты танцуешь? Ну вот меня бабушка привела с 5 лет. А зараз тобі скільки? 11. 11. Вже 6 років займаешься. А які успіхи? Хорошие. В один прекрасный день приходит к нам во дворец спорта бабушка с девочкой за ручку и говорит: вот я вам привела чемпионку, возьмете? Стоит девочка, смотрю, стоит девочка, ну, не девочка, а кукла. Смотрит на меня широко раскрытыми глазами и ждет, что же я отвечу. Ну, естественно, такие глазки подкупить не могут, поэтому не могут остаться равнодушными тренера. Естественно, я ее взяла, посмотрела, там данные подошли тоже. Через гімнастику, куди беруть у п'ятирічному віці, дітлахи торують собі шлях у житті. Це тільки зерна самостійності. Із них виростають початки спрямованості, листя наполегливості, стовбур самовпевненості і, зрештою, квіти майстерності. Один елемент дитина має шліфувати по 7-8 годин на день. А в 14-16 років більшість вже припиняє заняття, як неперспективні або через болячки. Специфіка спортивної гімнастики – це мозолі на долонях, колінах, хронічні травми ніг. А ще ж окреме хореографічне навчання. Тут терпіння і сумлінність – тільки половина справи. Ми її воспитували. Ми воспитували. Воспитували через театр. Ведь я же 7 лет ее водила в театр, я познакомила их с Писаревым. И тогда они еще не знали, что когда-то у них получится дуэт. И они когда станцевали, и он заметил ее. Он говорит: вот эта девочка такая сильненькая, такая крепенькая. А потом, через столько лет, это сейчас скажу, это было ей 7 лет, вот, а через 11-12 лет они станцевали вместе, это дуэт «Экзорсис». Лілія зазнала впливу від багатьох. Тоді, як і сьогодні, і завжди, важливе встановлення атлета – спортивне спілкування. Чемпіон думає очима. Це пам'ять рук і ніг, це стан перебування в тонусі. І він для всіх однаковий. Ця мова передачі досвіду універсальніша за есперанто. Українського язика я до сих пор не можу сказати, що я його знаю, тому що я не владію совершенствием. На тот момент, когда мы ехали, диаспора нас очень сильно поддержала, и они нам помогали даже учить там некоторые слова, чтобы мы с ними могли общаться на украинском языке, но они достаточно хорошо понимали и русский. И та поддержка, которую они нам оказали, то есть 2 недели для команды девочек, для команды мальчиков и плюс тренерский состав, они нам оплатили. Ну, это большие финансовые вложения, и мы тогда, чтобы как-то помочь отбить вот какую-то сумму,
делали показательное выступление. У нас была модель как бы соревнований. И в то же время присутствовали люди, которые нам было интереснее выступать и приятнее. И у нас уже какая-то вот модель была Олимпийских игр. Филька, навсегда? Нет, я сейчас иду краситься, мне нужно маму встретить. И потом иду краситься, еще нужно, короче, что-то мне нужно, Эрика, сейчас. Олімпіада в Атланті стала першою, куди поїхала українська незалежна команда. І Олімпійські ігри, як почесний раут, мав засвідчити нашу повагу світовому суспільству. І навпаки, стати ознакою того, що нас у це суспільство прийняли. Звісно, незвично мало атлетів поїхало за океан у складі нашої делегації. 233. Це менше, ніж у Радянському Союзі. Проте у тій загальній команді, що востаннє брала участь в Олімпіаді в Барселоні, власне, українців було тільки 80. І все одно кількість не гарантувала успіху. Радянський менталітет ламався, новий патріотизм ще тільки проростав невдячним ґрунтом душі, що живе за часів змін. Когда у тебя на купальнике находился герб Советского Союза, это было, ну то есть по ощущениям, может быть, я не знаю, так формировалось там мое сознание в то время, но это было что-то, наверное, даже больше, чем Олимпийские игры, когда тебе доверяли, тебе выдавали этот герб, и ты представлял Советский Союз, это было, ну то есть что-то просто верх мечтаний. А что же касается, когда Украина стала уже независимой, и нам выдали уже трезубцы, то здесь палка в двух концах. То есть, во-первых, не могу сказать, что был сразу какой-то патриотизм, именно вот там, допустим, даже до 96-го года, то он не особо-то и ощущался. Но ощущалось то, что у нас, у спортсменов, стало больше шанса стать первыми. То есть, когда сборные разделились, в каждой сборной оказалось по три места. То есть не всего три на всех, да, а по три. В общем-то, были голодные годы для спортсменов, и ненормальная, не было нормальной экипировки, и, скажем так, питание на олимпийской базе не соответствовало. Все, в общем-то, было не так, как при Советском Союзе. Но тот класс работы, который был у нас, скажем так, в спортивной гимнастике, он остался. И даже мы сделали свое направление украинское, которое отличается и в технике, скажем так, и в манере исполнения. То есть мы взяли свое то, что у нас было, и потом уже это как бы приумножили уже, когда мы выступали за Украину, именно приумножили, потому что, я считаю, мы сделали маленький подвиг, мы все-таки остались теми сильными в мире, скажем так, гимнастики. Я считаю, что это маленький, но подвиг. Ми всі пережили той час, і всі ми живі свідки минулого. Однак як впливає перебіг часу на емоції, на здатність пам'яті аналізувати події? Тепер майже за 10 років після Атланти перші українці, що не володіли вільно мовою, не знали слів гімну і не відчували ще гордості за країну, котра тільки позначала своє місце на мапі, мають в уяві вигляд велетнів, що на власних плечах свідомо несли у світ важкий для розуміння термін – Україна. Якою тепер сприймають нашу державу? Країною-спадкоємницею Великої Київської Русі, гетьманату Богдана Хмельницького, нащадками трипільців, кімерійців, скифів? Ні. Батьківщиною боксера Кличка, важкоатлета Таймазова, гімнасток Серебрянської, Подкопаєвої. Когда бабушка привела меня в гимнастику, она сказала такие слова, что мы пришли сюда не за здоровьем, а за медалями. И это был настрой для меня, для моего тренера. Как известно, мысли материализуются. И такая была поставлена высокая планка, которую мы должны были побить. А Олимпийские игры, и это уже совсем другая история, но она связана все равно с бабушкой. И я должна была доказать, что не просто так мы проработали 15 лет, а ее вот желания, ее какие-то вот мечты, они осуществились. И я думаю, что там на небесах она все это увидела и порадовалась за меня. Закон мафии справедливый и в спорте. Тебе хтось привів, ти мусиш привести іще кількох. Юні дівчата школи Лілії Подкопаєвої мають перед очима взірець бездоганності
їхній ідеал не книжковий герой. Они такие лапочки, у них так горят глаза, когда мы с ними вместе танцуем. Они готовы тебя съесть. И это настолько приятно, что очень сложно выразить словами. Это нужно видеть, когда глаза горят. И это понимает человек, который с ними общается. Когда ты видишь, когда они сидят уставшие, когда ты говоришь, девчонки, ну вставайте, мы сейчас должны сделать то-то, то-то, то-то. Все, глаза горят, и они готовы работать. И это здорово, потому что в спорте нельзя без этой, без этого огонька, который должен гореть на протяжении всей спортивной карьеры. Ні, не дивно, що саме виступ українки із Донецька Лілії Подкопаєвої звернув на себе увагу навіть більше, приголомшив американську олімпійську публіку. Вона без сумніву була у фаворитках ігор. Її ім'я та її регалії вже 2 роки були на слуху у спортивної спільноти. Проте у себе вдома, на американській землі, організатори сподівалися побачити на найвищій точці свого п'єдесталу іншу. Конячкою, на яку в ті тижні ставили у Штатах, була граційна патріотка Шеннон Міллер. У суб'єктивному виді спорту, спортивній гімнастиці, суб'єктивні рішення суддів завжди можна списати на особистий погляд представника певної школи. І Білл Клінтон, либонь, уже тримав руку, аби потиснути їй не цю долонь. І телекамери вже готові були крупно взяти не те сяюче і плачуче обличчя. Подкопаєва! После награждения, когда уже прозвучал гимн страны, поднялся флаг, а это незабываемые минуты, мне сказали, что есть комната, куда мы вас хотим провести, где вас хочет поздравить президент Америки. Хотя я еще английский тогда не понимала, и для меня то с помощью переводчика, там, рук, но какими-то эмоциональными движениями меня провели. Конечно, я была в восторге. Об этом можно только мечтать, чтобы пообщаться с президентом Америки, фотографироваться с ним. И мне было жутко приятно, что Украина была в тот момент сильнее всех, красивее всех. Но Олимпиаду я смотрела уже в записи. А тут ночью мне звонит, когда Лиля выиграла Олимпиаду, мне ночью звонит муж. 2 часа ночи. Там это было 3 часа, там же на час разница. А когда тревожные звонки ночью, когда раздаются звонки, это всегда тревожно. С кем-то что-то случилось. И он говорит, смотри, твою Лилю повели. Ну, у нас, во-первых, все в записи. Я думаю, боже мой, неужели травмировалась? Она, травмы были. Думаю, неужели травмировалась? У меня сердце похолодело, руки прямо задрожали, все. Он говорит, повели на пьедестал. Она олимпийская чемпионка. Ну, все, до утра, конечно, с нами как и не бывало, а на следующее утро, это 26-го было, 26 июля, сейчас, как сейчас помню, все корабли выстроились там, готовились к военно-морскому флоту, праздник проводился, там каждый год проводится праздник, последнее воскресенье июля, день военно-морского флота. Все корабли стояли, а я иду гордо, купила себе цветы, гордо шагала по набережной и думаю, это корабли выстроились все в мою честь. Действительно, проходит пару месяцев, и ты понимаешь, что все утихает, и появляются новые, может быть, какие-то там предметы для разговора, новые герои, новые звезды. Ты понимаешь, что или нужно чем-то все время подпитывать интерес к себе, то есть ну, выступления, опять какие-то победы. Кажут, после надвисокого злету неминуча яма, якщо дістатися в стелі, межі можливого, не можна не розпочати природній спуск. На мить виграшу абсолютної першості на 26-х Олімпійських іграх Лілія Подкопаєва носила ще й титули чинної чемпіонки світу та Європи. Вона була на вершині, і більшого досягти було годі. Лілія стала однією з дуже обмеженої множини. Вона одна із небагатьох в усьому світі. В 97 году я начала готовиться к чемпионату мира в Швейцарии.
И тут начались такие подковырки со стороны моей любимой гимнастики, то есть это проблемы со здоровьем, голеностопные суставы начали болеть, а потом оказалось, что там шипы, которые нужно только оперативным методом удалять. Пришлось сделать операцию в Штатах, которая, в общем-то, не дала желаемого результата. Я надеялась, что вот после операции я смогу опять войти быстро в форму, но, увы, к сожалению, нам приходится выбирать. И на тот момент я считала правильным уйти непобежденной. Перед спортсменами высокого класса образовывается черная бездна. Или спортсмен туда падает, или обратно как бы находит в себе силы для того, чтобы начать новую жизнь. Почему? Потому что когда ты в спорте, тебя опекают все. За тобой все смотрят, за тебя все делают. Только тренируйся, приходи на тренировки и выигрывай. Все. А вот все остальное делают люди, которые возле тебя. А вот и когда заканчивается этот момент в спорте, ты становишься как бы ненужным человеком уже. Начинай свою жизнь сам. А дальше нужно чем-то жить. А чем жить, не знаешь. И вот самый сложный период для любого спортсмена – это выстраивание вот этой новой мечты, новой цели, новой горы, на которой тебе нужно карабкаться. У кого-то это занимает 10 лет, у кого-то это занимает 2 года, но тем не менее это очень сложный период для любого спортсмена. У Лілії цей період забрав близько 4 років. 1999-го стало остаточно зрозуміло, що на Сіднейську олімпіаду вона не потрапляє. Операції, рецидиви і знову операції. Позаду були чарівні місяці перебування в США, де Підкопаєва дожила свою спортивну славу. Вона ще чинна чемпіонка, проводила семінари, давала майстер-класи. Вона випробує себе у бізнесі, тренерську практику суміщає з керуванням власною фірмою по виробництву спортивного одягу. Водночас останні медичні консультації у Флориді. Лілія Подкопаєва повертається в Україну. І знову робить перші кроки, тепер уже на батьківщині. Вона швидко виплила на поверхню. Турнір «Золота Лілія», знімання телевізійного фільму та серії передач «Здоров'я поколінь», спуски в шахту та стрибки із парашутом, активна суспільна діяльність, навіть державні нагороди, хрест за мужність, орден за заслуги. 26 березня 2003 року безсила доля поставила Подкопаєвій останню жорстоку підніжку. Її чекали троє під домом біля машини. Вона вже лежачи кричала, що заберіть ключі, забирайте все, проте вони били, били її ногами, били куди прийдеться. За тиждень начальник ГУВД України у Києві Петро Опанасенко заявить, що особи нападників встановлені і вже подані на розшук. Проте доля вже відступила перед характером. Нове життя пустило життя маленької гімнастки у свій перебіг, так само, як колись молоду і незалежну державу прийняв у свою сім'ю новий навколишній світ. Самое главное для спортсмена, который добился в жизни каких-то определенных результатов, не сложить руки, не сесть вот так на диванчик и там сидеть, там пить чай, смотреть телевизор и ждать, когда ему кто-то на блюдечке что-то принесет. Увы, жизнь очень жестокая. Здесь нужно как бы научиться выживать, найти себя в этом непростом и сложном мире. Когда-нибудь мы сядем и посмотрим, как прошла наша жизнь или проходит, и найдем столько нюансов, столько смешных моментов, о которых мы будем потом уже с улыбкой вспоминать. Может быть, сейчас они нам кажутся очень сложными, очень трудными и неосуществимыми, но потом мы будем смотреть на все это совсем по-другому. И до Олимпиады это была одна жизнь, после Олимпиады началась другая жизнь. Я думаю, что тогда, когда появятся дети, это уже будет третья жизнь. Нагороджується почесною відзнакою президента України заслужений майстер спорту України з спортивної гімнастики Подкопаєва Лілія Олександрівна. Победу. И буду делать все, чтобы приготовиться успешно к Олимпиаде в Атланте.
Вот тут волнуюсь, а там абсолютно нет.